Ну что, ребята, я обновила свой проездной с масочкой. Да, мы можем здесь подняться, кстати. Вот, 2,50 стоил бы проезд, а так 9 евро в месяц. В общем, у нас в городе сегодня праздник, сегодня крутая тусовка, которую мы ждали 2 года, из-за короны этого праздника не было. Это именно такой немецкая тусовочка, сейчас вы все сами увидите. Streift ist unsere Fahne, damit sie kühner ist und mahne, uns allen gleichsam zum Symbole, weiß ist das Salz und grün die Sohle. Wir sind heute hier, wir tun das gern und grüßen die Gäste aus nah und fern und wünschen in Ergebenheit euch allen eine frohe Zeit. Gesundheit! Denn nach 2 Jahren Corona-Zwangspause können wir das wichtigste Fest im Haller Jahreskalender, das Kuchenbrunnenfest, heute endlich eröffnen. Ja, an diesem Wochenende, welch ein Glück, statt Poser, also Autoposer sind gemeint, statt Poser der Siedershof die Straßen bestimmt. Weiter auch noch viele Haller und Gäste, so könnte es öfter sein, das wäre fein. Darum lasst uns im Rat überlegen, mehr Fußgängerzonen wären für unsere Altstadt ein Segen. Gesundheit! Leid. Aber es gibt auch blöde Leid. Gesundheit. So lasst nun in gewohnter Weise den Gockel in der Runde kreisen. Doch jedermann, der trinkt daraus, sagt vor dem Trunk sein Sprüchlein auf. So hieß der Spruch seit vielen Jahren, als wir noch vor Corona waren. Heute ist der Spruch so nicht mehr wahr, wegen der Infektionsgefahr. Heute kriege ich als froher Zecher statt im Gockel einen Becher. Der Gurgel aber, der bleibt für mich leider zu. Corona ist eine blöde Kuh. Gesundheit.
Die schießen über den Grund wieder mit dem Deck. Die schießen da über den Grund. Schieße kann man die stopft. Zum Salut fertig. Macht scharf. Liebe Gäste, bitte halten sich die Ohren zu. Закрывайте уши. Перкуссионсгевере schlagt an. Gebt von. Steinschlosskarabiner schlagt an. Gebt Feuer. Ребят, вы когда-нибудь играли в такую игру, типа вытащи игрушку в автомат? Вот я сейчас попробую. Ой, так, два, так, смотрите, блин, как... И у меня еще есть один кредит, но я уже тут сомневаюсь, что что-то получится. Ну да ладно. Ну как ребенок? Ну как можно сходить на фест и без игрушки прийти домой? Смотрите, у меня какой милый чувак. Счастье в полные штаны, блин. С первого раза. Пока я игрушку выигрывала, тут Рося нашел себе мотоцикл и ездит по кругу. Давай, давай, где? Маши, вот он, вот он. The place singing we will rock you. Can you sing it? We will rock you.
два года, и сегодня вот такая здесь праздничная атмосфера. Я просто в восторге. Так нам этого не хватало, знаете, собраться вот так все вместе, весь город здесь без масок, без ограничений каких-либо. Атмосфера просто фантастическая, я вам так скажу. Не, правда, я очень довольна, что все это закончилось. Может быть и временно, да, но тем не менее люди опять собираются, гуляют, отдыхают. Круто, одним словом. Мы так забыли это чувство, когда вот без всяких ограничений. Это, блин, я не знаю, это просто круто. Все. Ну что, ребята, уже следующий день. Мы снова пришли в город на сие мероприятие. Вот, сегодня мы немножко другой компании. Вчера с нами был Леон. Сегодня Леон уехал к Марине. Но вместо Леона Витя сегодня. Он вчера был на работе, и у него не получилось с нами пойти. Вот, так что идем смотреть. Сегодня тоже кое-что очень интересное. Сейчас вам покажу, что. В общем, ребята, казалось, что вторая часть этого представления платная. И сегодня, чтобы попасть вот на тот остров, вот на тот, видите, нужно заплатить 6 евро. Вот здесь стоят охранники. В общем, мы сейчас подошли, спросили. Как-то я не помню такого, что прям вход был платный. Ну, окей, от года к году что-то меняется. В общем, мы получили вот такие вот, такой бант. Ну, его сейчас нужно надеть, как в отпуске, и тогда ты можешь везде свободно передвигаться, и все будут видеть, что ты заплатил. Праздник называется Кухен он Брунненфест. Вот, мы взяли билет на субботу. Я так понимаю, завтра тоже будет платно, но с этим уже не пройти. Так что вот,